Сегодня у нас 3 июня 2016 года. Это уже вечер у нас. 7 часов вечера. Вон стоит наш брат Никита. С шариком он прогулялся. И поставил там, он говорит, мордушки. Вот сейчас посмотрим, что у него там. Какой улов. Это первый улов у тебя, да? Первый. Вот они вылетают прямо. Ничего себе. Вон их сколько тут. Вон. Только с двух мордушек. А кто-то еще попадался, кроме гальянов? Да, пару карасиков. Я их отпустил. Угу. Пусть растут, они еще не маленькие были. Ну, это тоже Алексей Устинов тоже ловил при нас на мордушку. Одного карася с ладонь поймал. Вот он говорит, что тоже стал отпускать их. Это, видимо, вместе с карпами они попали туда. Шарик не хочет их живыми есть. Коты, думаю, набросятся сразу. Вот еще коты. Но они тоже как бы немножко брезгают, а потом съедают их. Смотри. А это не карасик, не? Где? А потому что карасик. Где? Не, это гальянчик. Это гальянчик. Вон, выпрыгнул, вон. Смотри, в муку прям прыгает. В муку прям. Да, удивительно. Как они выросли-то, смотри-ка ты. Там много. Ну. Я подумаю, мордушка она шевелится, как живая, там др-др, чувствуешь. И высыпаю прямо, они сыпятся и сыпятся, как... Надо было заснять это, конечно. Да, это есть. Ну ладно. Стушить парочку можно будет. Ну да, тогда приготовь что-нибудь на ужин нам. Ладно, слава богу. Как их? Да, вот так Господь дает улов какой изобильный. Слава Христу.